Перенесемся в Удмуртию, в совхоз Пихтовка. Здесь, на заболоченных, бедных почвах речной поймы, 13 лет назад мелиораторы начали создавать крупнейшее в республике рыбоводческое хозяйство. Сейчас в совхозе 39 больших и малых прудов, в которых разводят ценные породы рыбы – карпа и белого амура. Высока урожайность голубых полей – свыше 14 центнеров с гектара. И растет она год от года. Михаил Яковлевич Земляков, выпускник сельскохозяйственной академии, надеется, что уже в ближайшие годы производство товарной рыбы увеличится вдвое. Залог тому – применение самых современных методов промышленного рыбоводства. Нерест, например, проводят в прудах, закрытых полиэтиленовой пленкой. Это защищает икру от сюрпризов уральской погоды. А в течение всего вегетационного периода ведут тщательные наблюдения за ростом молоди. Трудовые успехи коллектива совхоза наглядно подтверждают важность мелиоративных работ, долгосрочная программа которых принята пленумом ЦК КПСС в октябре 1984 года.